26 признак. Использование черной краски для волос и бороды. Ибн Аббас рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Перед наступлением конца света появятся люди, которые будут отращивать бороду, похожую на голубиный зоб, и красить ее черной краской. Они даже не почувствуют благоухания рая». Однако следует отметить, что красить волосы в другой цвет не запрещается даже мужчинам. Джабир ибн Абдаллах рассказывал, что в день покорения Мекки к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, привели Абу Кухафу. Его борода была совершенно белой, и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Покрасьте его бороду, но избегайте черного цвета».